каждый год ты можешь выезжать в любую страну, помнишь? Да. Тебе предложили контракт около $1 миллиона, ты отказался. У тебя 2 приглашения в Голливуд на главную роль, ты отказался. Я тебе подарок сделал? Сделал. Твое право, брать его или не брать. Всем привет! На мое видео о новом формате общения отозвался наш постоянный зритель и подписчик, о котором мы уже делали несколько выпусков с Андреем. Это Кирилл Ситников. Он прислал видео с 3 своими вопросами, на которые я сейчас отвечу. Ну а прежде короткая заставка, а пока она идет, не забудьте подписаться те, кто еще не подписан. Обязательно активируйте колокольчик. Но за лайк особое спасибо. Итак, Кирилл Ситников и его вопросы. Всем привет. Меня зовут Кирилл Ситников, я из города Кургана. И у меня есть 3 вопроса к папе Андрея Косташа. Вопрос первый. Распечатал ли Андрей мой подарок? И второе. Что вы ему подарили на день рождения? Кирилл, я еще раз тебя благодарю за твой подарок и твое внимание. Но, к сожалению, Андрей так и не приехал. Твой подарок остался нераспечатанным. Мне реально стыдно за Андрея. И я прошу прощения у тебя за поведение моего сына. Андрей сейчас полностью копирует поведение своей мамаши, которой наплевать на всех. Мать запретила заниматься благотворительностью. Мать запрещает детям быть честными и порядочными людьми. Мать запретила сочувствовать другим и быть благодарными. Что касается второго вопроса, то я для Андрея приготовил 3 подарка. Первый подарок – это квартира, которую я должен был оформить на Андрея сразу после его дня рождения. Но, как всегда, вмешалась мать, и Андрей не приехал, хотя с ним мы договаривались еще заранее. Второй подарок – приложение к первому. Это банковский счет с очень аппетитной суммой на его развитие и образование. Но, как вы понимаете, это тоже не сложилось. О третьем подарке я говорил Андрею, но не уточнял, что именно. Я сказал ему, то, что ты получишь, поможет встать тебе на ноги. Многое изменит в твоей жизни. Но все это не входит в планы матери. Поэтому, к сожалению, Андрей ничего не получил. На прошлый день рождения я также приготовил Андрею хороший подарок. Но так называемая мать убедила его о том, что я просто хочу заманить его к себе, и никакого подарка у меня нет. Алло. Алло. Да. Мы должны были ехать в аквапарк. После аквапарка мы должны были ехать на аттракционы. После аттракционов мы должны были ехать в пиццерию. Ну, там же в пиццерию. Мороженое и все остальное. Понимаешь, да? Ага. Вот. Мало того, аквапарк у меня был рассчитан на 10 человек. То бишь, ты мог приглашать своих друзей в аквапарк бесплатно. Но это еще не все. Тебя ждал подарок. Знаешь, какой? Без понятия. Хочешь знать? Ну, сам подарок я не знаю какой, ты должен был сам выбрать, но мне несколько человек отправили письмо о том, что тебе высылают деньги, $500. $500 это 13 тысяч гривен. Угу. Гироскутер стоит сколько? 10. Понимаешь, и у тебя еще чуть больше 3 тысяч гривен остается наличные расходы, погулять, повеселиться. За 3000 гривен можно хорошо погулять, правильно? Да. Ну вот. Андрей не приехал. Мать не смогла организовать достойный день рождения. Но а сын
не получил то, что должен был получить. В конце дня я просто выслал ему фото его подарка. Счастлив? Ну, говори, ты счастлив или нет? Ты, нет. Ну как, сколько подарков тебе сегодня, ты представляешь? И плюс с друзьями поехать, погонять там по этим горкам, по всем делам. Ну разве не круто? Чего молчишь? Все. Испортил настроение. Я тебе... Нет, почему? Я тебе устроил праздник. Я тебе пообещал, я тебе сказал, что мы гуляем. Андрюша, будь любезен, я дал слово, я его держу. Да. Пойми, мое дело предложить. Я пообещал, я сделал. Я пообещал тебе за 3 года дом. Я нашел дом, я сделал, ты отказался. Я пообещал, что ты получишь все, что угодно, любые путешествия. Я пообещал, я сделал. Тебе сказали, каждый год ты можешь выезжать в любую страну, помнишь? Выбирай любую страну. По всей планете будешь, по всей земле кататься. Тебе предложили, ты отказался. Я тебе сказал, что я тебе найду спонсоров, обеспечу на всю жизнь. Ты вообще ни в чем не будешь нуждаться. Я пообещал, я сделал. Тебе предложили контракт. Около $1 миллиона. Ты отказался. Я пообещал, что я сделаю из тебя великого актера. У тебя 2 приглашения в Голливуд на главную роль. Ты отказался. Я пообещал день рождения, шикарный, чуть ли не с фейерверком. Я сделал. Ты отказался. Ну все, вот, пожалуйста, едь в свой, как говорится, кинотеатр. Будете там сидеть, фильм смотреть или мультик, который можно посмотреть где угодно. На Новый год я собирался подарить Насте и Арине 2 гироскутера. О которых они давно мечтали. Но мать сказала мне, что ни одна вещь от меня не попадет в ее квартиру. А девочек она убедила в том, что я обманщик и ничего не собираюсь им дарить. Ну что ж, Андрею исполнилось 14 лет. Это возраст самостоятельного принятия решения. Но Андрей предпочел верить лживой истеричке, которая ломает его будущее. Вот считаю, вот, что сегодня я тебе сделал хороший подарок. Когда тебя спросят, что тебе подарил папа, вот это вот можешь сказать. Он сделал вот это, вот это, вот это. Ну, я не захотел, потому что мама говорит правду, поэтому я верю маме больше. У мамы подарок лучше был. Мы сходили в кино и покушали пиццу. Да. Это его право. И он сам делает свой выбор. А мне очень жаль, что мой сын растет трусом и убивает свое будущее, веря этому злобному и лживому существу. Я знаю, что Андрей смотрит это видео, и хочу напомнить ему слова из одного его любимого фильма. «Нет судьбы, кроме той, которую мы выбираем». Андрей, ты сам выбираешь свою судьбу и строишь свое будущее. Подумай об этом. И вот такой вот эти вопросы. Будет ли в дальнейшем заниматься Андрей спортом? Но если нет, дальше не будет, то что дальше будет в его жизни происходить? Что дальше, как что будет? Если бы я был, жил бы, где живет Андрей, я бы как-то помог, пытался как-то с ним пообщаться, с ним поговорить. Но раз я живу в городе Кургане, а Андрей живет в Киеве, то, к сожалению, по-моему, это так не получится. Но я бы как бы, я бы, конечно, бы хотел с ним поговорить. С вами был я, Кирилл Синников, из города Кургана. Всем пока. Андрей должен сам для себя решить, что ему делать. До Нового года Андрей постоянно приходил ко мне сам и просил помочь ему с тренировками. Через некоторое время мать увидела изменения в Андрее и, как всегда, промыла ему мозг. Андрей очень хорошо знает, что без спорта его в жизни ждут очень большие проблемы. Это знает и его мать. Но ей наплевать. Она готова пожертвовать здоровьем и даже жизнью своего сына ради своего эго. Андрей прекрасно понимает, о чем я говорю. Но это уже другая история. И если вы хотите ее узнать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки,
И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о всех новинках этого канала. Присылайте на мою электронную почту видео с вашими вопросами, и я обязательно на них отвечу. Моя электронка в описании под видео. Ну а на этом все. Всем пока!